Прочность и легкость установки – это о батутах Sundays. Толщина стенок труб – 1,5 мм. Каркас – из оцинкованной стали, поэтому коррозии не подвергается. К тому же, для сборки батутов не нужны дополнительные инструменты. Для того, чтобы батут был более устойчивым, его необходимо устанавливать на ровные поверхности. Это может быть либо же газон, песок, либо же покрытие для игровых площадок. Небольшой совет. Перед установкой изучите инструкцию. Сначала собираем металлический каркас. Далее с помощью пружин натягиваем полотно батута. Изначально натягиваем 4 пружины по диагонали. И потом специальным ключом, который идет в комплекте, мы натягиваем остальные пружины. Надеваем кожух и устанавливаем защитную сетку. Ее прикручиваем к раме основания. Такое ограждение точно убережет от травм, но осторожнее с экспериментами. Напрыгивать специально на сетку для отскока на батут запрещается. Сетка предназначена специально для того, чтобы защитить людей от случайного выпадения. При выборе батута учитывайте размеры своей лужайки, а также количество и возраст детей. Если вы выбираете батут для одного ребенка, то вам вполне хватит батута до 2,5 метра в диаметре. Если же у вас детей от 2 и более, либо же батут будет покупаться для взрослых, то необходимо рассматривать варианты от 3 метров. В конце сезона батут разбирают и кладут в коробку. Ее длина 1,20 м, ширина 40 сантиметров, высота 30. Как видите, все компактно. Батут с легкостью можно уместить на задний ряд сидений, а также сложить задний ряд сидений и положить его в багажник. Чтобы уберечь от холода, коробку с батутом нужно хранить в сухом помещении, а при дожде и ветре разбирать и прятать его не стоит. Спасут специальные аксессуары. Есть набор креплений для того, чтобы батут не сдуло сильным ветром. Колышек вкручивается в землю и стяжным ремнем притягивается к каркасу, а также защитный чехол от дождя. Прыжки на батутах Sundays приносят не только удовольствие. Они помогают бороться с лишним весом. 8 минут активных занятий заменяют 3 километра бега. Также прыжки на батутах выводят шлаки и токсины из организма, улучшают сердечно-сосудистую систему, избавляют от плоскостопия, развивают координацию и равновесие.